Здравствуйте. Российский тренер по фигурному катанию и комментатор Татьяна Тарасова высказала мнение о том, могут ли какие-то из российских фигуристок сменить спортивное гражданство. Тарасова отметила, что это непростой вопрос. «Не думаю, что кто-то уйдет из лидеров, если только 5-6 номера сборной», сказала тренер, отметив, что она поймет любую из фигуристок, кто решит поменять спортивное гражданство. «Медведева, наверное, уже давно могла бы подать прошение о смене спортивного гражданства», заявила Тарасова. Отметим, что с 2018 года Евгения Медведева тренируется в Канаде в группе Брайана Орсера. Сейчас фигуристке 20 лет. Она неоднократно заявляла в прессе о том, что хочет выступать только за Россию. Каждый человек имеет право на выбор. Очень хорошо, что Евгения Медведева не хочет менять спортивное гражданство. Это говорит о смелости и честности спортсменки. Остается пожелать Евгении Медведевой новых ярких выступлений. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!